Хансен, код доступа 19012. Ты должен пройти через главный лифт лаборатории. Понял. Будь осторожнее. Ты тоже. Хи-хи, всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами Cold Fear проходить. Так, она мне сказала, что нужно пройти, я должен найти склад боеприпасов и достать C4. Бля, сука, Питер, я так и знал, нет, не знал. А, и чё я знал, я же в прошлой серии сюда подходил, я уже и забыл, что он тут выскакивает. Падла, ты скотина такая, тварь. Чё, у тебя ничего нет? Собака. Это я топаю. Подожди, главный лифт... Подожди, сейчас вспомни, где этот с этими здоровыми ублюдками-то. Это не сюда, да? Подожди, это не сюда, наверное. Это не сюда. Вспоминать. И это не сюда. Да? Мне, короче, нужно назад вернуться. Или туда. Ну, получается, мне больше некуда, кроме как сюда. Потому что тут я, там я вышел, тут я зашел, и там больше ничего нет. Ты сразу... Прекрасно. Заперто. Поехали. Так, мне, скорее всего, на тот главный лифт, где вот эти три ублюдка были. Я там одного завалил, да, второй вроде еще не вылез. Значит, там, значит, сейчас он должен вылезти. По-любому. Так, а меня тут уже ждут. Ты понял, а? А от выстрела звука не разлетится стекло. Куда ты полез? Сука, я сейчас пробью стекло, падла. Ну-ка спустись на землю. Вот. Нехера там тебе выепениваться. Кто мне там писал в комментариях это, слышите? Что я матерюсь? Кто матерюсь? А что ты идешь направо? Нормально? Джойстик отключен, что-то не выпендривайся. Так, если есть противники, значит иду правильно. Так, давай применим хоть раз вот это. Выпрыгивай. Давай, ты по-любому должен прыгнуть, я тебе отвечаю, сейчас прям. Код, смотри, ввожу, и ты сразу же выпрыгиваешь. Открыто. Нет! Чё за дела? Я не понял вообще нихера, какого черта? Еще рано, что ли? Ладно, так, кто там? Батискаф. Можно я свалю? Здрасте. Эта чертова дверь застряла. Почему дверь, кнопка? Ты что, не разбираешься совсем, где дверь, где кнопка? А что здесь никого нет? Батискаф. Я хочу в него. Вот. Ну, действие, кнопка красная, нажми ты. Почему нельзя нажать красную кнопку, не понимаю. Эта чертова дверь опять застряла. У него все, дверь и все застряло. И все чертовое. Зачем здесь бочки? Ну ладно, мне только сюда, я так понимаю. Да. Внимание. Добрый день. Включена автоматическая система защиты. Там сука! Повторяю. Включена автоматическая система защиты. Там не одна сука. Там много сука. Там дохера сука. Блин, ладно, проебал. Есть стрела. Чё, воняет, ублюдки? Оно ему урон наносит какой-то или нет? О, они друг друга ебашат. Серьезно? Привет. Опсики, пупсики. Это нехорошо. Сука, слезь. Хорош. Так, а это он меня зажимать будет, да? На. Перезарядка. Сука. Перезарядка, гребаный ты ублюдок. Ты что, не можешь сам перезарядиться? Я тебе выстрел нажал. Ну, конечно, тут немножко пиздешь сейчас был. Ну да ладно, окей. Да-да-да, конечно, ты у меня сейчас сосешь. Иди ты нахуй. На. И стой там, блядь. Ни хера не делай. Сука, здоровая падла.
Вот эту мне падлу мелкую надо заебенить. Включи прицел! Слезь, тварь! Короче, пиздец, меня я понял. Почему ты вот этот сам перезарядил сейчас? Да попади ты! Какого черта он перезаряжает пистолет сам, а вот эту херню он не перезаряжает, сука, сам, когда я нажму за выстрел. Бам! Сука. Что полностью заряжено? Ладно. Что-то меня это бесит уже. Немножко так совсем. Тут ничего не было? Ничего, ладно. Короче, я так понял, стрела, она немножко их с ума сводит, и они начинают биться друг с другом, да? Такое? Ну, у меня на один удар, если что, осталось. Вот это сосалки, вот эти сосалки, это просто они вообще, короче, неадекватные. Ну, смотри, у него жизни нету, у него почки, наверное, одни только живые остались. Но при этом он... Еще с пистолета метко стреляет. Прыгаешь? Странно. Я вот этих буду убивать, потому что ну их нафиг. Ну вот это хорошо. Эта дверь заперта электронной системой. Да? А ничего, что она заминирована как-то? Я что-то не это... И чё? Почему это не работает? Мне можешь кто-нибудь объяснить? Почему не работает... Класс. О, сработало, отлично. Хоть это сработало. Я уже, если бы не сработало, не знаю просто, что... Открыто. Почему с пистолета взрывчатка... Воу, 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 воу. Вот это вот опасно прям пипец. Где? Главное это. Так, бошку не зацеплю? Да вроде нет. Только давайте, чтобы здесь никого не было, потому что я в очень опасной зоне. Реально в очень опасной. Смотри, сколько бочек. Это жесть. Сейчас кто-то сзади будет идти, я просто эти бочки долбану. Так, осторожно. Там сейчас будет здоровый идти, 100%. Сейчас я только возьму, смотри, что тут. С4. Взорвать все надо к чертовой матери. Заряды С4. Я сказал? Отдвинь, да. Я его не вижу, где он. Если я в бочку попаду, мне труба. Что делать? Надо как-то не попасть в бочку. Капец, тут заминировали все. Так, ну я нашел С4. Что-то у меня жизни маловато. Ну ладно. Давай сохраню на второй слот. Чё такое? Мимо, что ли? Так, хорошо, сохраняшка пришел, прошла, окей. Повторяю, включена автоматическая система защиты. Так. Давай с вот этого постреляй. Да ладно. Зона свободна. Двери открыты.
Я нашел С4. Я отметила места, где ты должен установить заряды. Начиная с подводного лифта, затем комната управления на мостике, мост к научному модулю и комната перед воротами к посадочной площадке. Встретимся там, когда закончу. Ты мне так-то указаний нам много раз дала, да? Где ты мне сказала поставить? Говорит, я тебе пометила. Где ты мне пометила? На заднице, что ли? На обозначенной точке в подводном тоннеле. Ну, подводный тоннель где-то тут рядом. Но там же ж противники сейчас будут. Верно? Обозначенная точка зона. Ой-ой-ой-ой-ой! Что такое? Кто там? Невидимая, сука. Пидлы. На! Где второй? А вот и второй, тварь. Вот видите, в чем проблема? В том, что когда он встает, ему урон не проходит. Когда он поднимается, ему урон не проходит. Ладно. Фух. Вот. Ну давай. Ну ты же должен. Вас же двое. Че, не хотите никак? Так, вот это вот подводный тоннель. Так, а подожди, а вот там что? В принципе, ничего, наверное, скорее всего. Так, а подожди. Подводный тоннель. А, потом я поеду вверх, потом он выскочит. Ну это логично, да. Вот это более логично. Потому что тут я-то не вернусь. Где ты мне точку поставила? Туда в конец, что ли? А нельзя было поближе как-то сделать? Там тварей куча. Только патроны трачу, блин. Где твоя точка? Вот это? А где точка-то? В смысле сохранить игру? В смысле сохранить игру? Это же не проход. Опа. Привет. А вы чё тут? Ну вот это сейчас нормально, да? Это они считают нормально, да? То есть то, что я здесь всю игру бегал, ничего здесь не было. Теперь здесь два трупа и записка. Ну, вообще, логично прям. Ни разу. Ты чё, сейчас сразу же будешь взрываться, что ли? А чё так быстро-то? Беги, я вижу, он сейчас будет сразу. Ебенить! Чё за херня? Беги! Чё-то вода заполняется невидимая какая-то. Беги, не вижу ни хрена, беги! Чё за... А чё я нажал кнопку? Пшик был, значит, я все нормально сделал. Не надо мне тут сейчас рассказывать. Все там было нормально, я успел. Ну, тут управление меняется, когда ты это переходишь на. Я не понимаю только, какого хрена она сразу же срабатывает, эта С4. Она разве не по дистанционно? Мы управлению беги. Дверью пришибет. Как мне вот здесь есть сейчас быстренько нажать, я не знаю. Успел, ладно. Ну чё, пацаны, вылазим, нет? Сука, нет, значит мне показывают вот сюда. Ну чё, давайте, пока едем. Чё они, блин, такие, не пойму, почему они, их двое ещё... А когда же тогда третий выскочит, если еще второй даже не выскочил? Ну, я жду. Дальше куда? Я должен найти три заряда С4, нашел. Заложите второй заряд на обозначенной точке в научном модуле. А где научный модуль? Вот здесь. В лаборатории. Научный модуль. Где научный модуль? Это у нас проход. Санитарная обработка, переход туда-сюда. Так, подожди, мне же по-любому сюда, потому что там... Ну ладно. Спасибо.
Чё-то сохраняшек прям на каждом шагу, чё-чё? Так. Я не вижу, дай нормальную камеру. Так, хорошо. Ну, значит, если есть если есть сохраняшка, значит, идем мы правильно. Это просто логично будет. В этой игре все так сделано. Если есть противник, значит, идешь правильно. Если есть сохраняшка, значит, идешь правильно. Если этого всего нет, значит, идешь неправильно. Просто иногда, конечно, это немножко вымораживает то, что противники восстанавливаются, да, когда ты идешь по ключевой точке. То есть ты уже всех выбил тут 74 раза. Ну давай, кто тут? Ну я же в оружейку пришел, ты чё? Полностью зарядился? Красава! Смотри, все. Отлично. Так. То есть и зомбари эти появляются. Здесь вроде как бы скажем, типа, сколько той вышки, да, я уже здесь перебил такое количество этих зомбарей. То есть здесь персонала в принципе сколько не было. Персонала 5 аптечек осталось. 4. Вот это так и не открылось, да? Чёртова дверь застряла. Конечно, у меня же оружия нету никакого такого, чтобы можно было дверь вообще в принципе какую-нибудь открыть. Хоть даже бумажную. Здесь бы реально была бы занавеска, и у него в руках дробовик. Он бы сказал бы, да блин, я там не пройду, чувак. Ты чё, оно что там закрыто? Занавеску нужно отодвинуть. А я как я тебе отодвину? У меня ручки слабенькие, а дробовик не берет. Все же логично. Так, подозрительно никого нет. Я что, неправильно пошел? Фагаус. А где сохраняшка? Что за... Вот! Что за черт? Надо же. Может, ты будешь бежать? А, так это обычный здоровый или что? Еще один! А ты что стоишь? А что стоим-то? Кого ждем? Добрый день, алло, беги! Нет, давай подожди, пока он к тебе подойдет. Вот это самый будет главный вариант. А ему вообще бы насрать, да? Привет. Не, это будет не вариант наверх, ты чё? Сука. Ой! Привет. Ай, блин, они там дерутся, да? А если я одного, короче, этим... Вот этим... Херану. Он завоняется? Пускай этот его бьет. Нет, не завоняется ни хера. Оба! Нормас! Я пойду. А вы там деритесь, пацаны. Да как ты попадаешь-то? Алло, я в сторону иду. Включи дробовик. Да чё, чё он бежит-то? Я встаю в упоре. Алло, ты какого хера бежишь? Я недалеко. Ой, кажется, я в огонь вошел, да? Я молодчик. Тихо-тихо. Они все нормально делают. Ждем. Так, одного завалил. О, гори, 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 хорошо, горишь. Стой там. Да блин, он же горит. Ну нихера ты мощный, падла. Да сдохни ты уже. Сдохни, тварь. Спасибо, спасибо, спасибо за понимание. Последний патрон был. Фух. Вот это было круто. Вот это было ничего так. Только у меня теперь ни патронов нет. Так, и что мне теперь делать? Идти туда дальше, да? Ну, в принципе, калаш у меня заряжен. Один тут выстрел остался.
Дробовик вот это нету, плохо. Потому что против здоровых нужен дробовик. Заперто. Какого черта? Я ж там не нажимал! Че заперто-то? Кто запер? Ты запер, чувак. Кто запер-то? Я не нажимал там кнопку. А эти тоже не нажимали. Блин, эти здоровые, не мощные, кстати, такие скоты. Как хер его знает, куда его стрелять. А у этого я тут все подрезал. Блин, тут здесь были гранаты, да? Или что? Да, блин, надо было гранатами их херануть. Открыто. А что было закрыто? Я же не закрывал. Я же тогда последний раз, когда открывал, я сюда не поднимался больше. Не. Да, весело. Фух. Так, надо отдохнуть. Вдруг сейчас щемать придется. Ну-ка, отдохни, чувак. Быстрей. Защита. Вот перевели, блин, защита, выносливость. Так. Звук. Ах ты, скотина. Притворился мертвым, что ли? Нихера себе. Че у вас тут так много-то, алло? Так, ну я так понимаю, мне вот сюда, что ли? Подожди. Значит, точка в научном модуле. Научный модуль. Ну здесь вроде в этой стороне нет никакого научного модуля, правильно? Ебать! Наверное, есть. Блять, а патронов-то нету. Где ты? Калаш, сука, дурень. Ну, конечно же, естественно. Ты же, блядь, терминатор ёбаный. Я в него сколько ввалил? 3 обоймы с калаша плюс 2 подствольника. Ну да, так-то ничего. Вообще не нормально, легко. В принципе, слабак. Ага. Теперь где моя аптечка, вот? Теперь где мне аптечки искать? Вы раздаете здесь аптечки? Чё это? О, для дробовика. О, для пистолета. О, для пистолета. Все? А здесь этого ящика раньше не было. Чё за прикол? Как это работает, игрушка, вообще? Вы серьезно сейчас? Здесь эффектно вылетал зомби. Не, ну, это, блин, какой-то прикол, серьезно отвечаю. То есть, ты бегаешь, ничего нет. Ты возвращаешься, что-то есть. Как так-то? Это можно открыть? Чувак, аптечка нужна. Ну и пошел ты нахер. Как-то, не знаю, как-то все немножко туповато. Вот в этом плане туповато, серьезно. Ты бегаешь, бегаешь, бегаешь. Вот я сколько здесь бегал, этого здесь ничего не подсвечивалось. Вот, это, вот этого ящика не подсвечивалось. Теперь. Вот почему этот я не могу открыть. Чтоб там аптечку, например, подрезать. То есть теперь тут. Блин. Конечно, да. Здесь может быть. Может это быть. Чертова дверь застряла. Это мое предположение, что здесь косяки из-за того, что тебе приходится просто бегать в одну и ту же комнату под несколько десятков раз. То есть мне, чтобы пройти игру, я должен в одной комнате побывать раз по 10, наверное, как минимум за игру. И каждый раз что-то новое там будет. Ага. Кто встречает? Так, там ничего нет, пойдем сюда. Может тут что появилось, а почему бы и нет? Может здесь аптечка есть? Ничего не мигает? Вот тут что? Это не записка? Нет. Мне бы аптечку, пацаны. Нету? Чему?
Оружие полностью заряжено. Окей. А подожди, может быть в этой комнате что-то, может что-то еще было? Не знаю, осталось там, не осталось. Да вроде я здесь в принципе ничего и не осталось. Может здесь аптечка где лежит? Просто типа чисто вот так вот. И ничего не делает. Не, нихера. Нихерашеньки нету. Собака. Ладно, вот аптечек как раз и не хватает теперь. В принципе, патроны есть. Аптечек не хватает. Ну, блин. Опять возвращаться туда-назад в этот, в госпиталь как-то далековато. Бежать за аптечкой. Ну, меня, в принципе, на пару ударов, если здоровый, вальцанет. Разочек два. Но здесь сейчас должно что-то быть. Хотя, подожди, а куда мне убегать тогда? Потому что сохраняшки-то не было. Если я сдохну, все. Может, вот тут что? Нет, тут что-то было, я помню. Вроде аптечка и была. Только я ее уже забрал. Патроны к дробовику. Есть. Они сейчас прикольно сделали то, что... Как прикольно? Не прикольно, потому что сейчас уже зомбарей почти нету, одни здоровые ходят, сука. Одни здоровые теперь, постоянно, везде. И они, еще плюс, могут по вот таким лестницам ходить. Ты представляешь? Они читеры. Чувак, есть что? Или я уже тебя забрал? В смысле? Дверь? Подожди, я здесь был? А, был. Здесь мне ничего не нужно. Что-то не помню просто. Фух, так. Там что-то мигает, но это патроны, скорее всего, да? Пистора, оружие заряжено. Так, здесь ничего, значит тогда назад. Блин, где бы аптечку подрезать, а? Прям аптечка, вот прям нужна позарез. Тут нет? Тут просто горящие бочки, не взрывающиеся, да? Че, отдохнул уже? Молодец. Ну ладно, что делать, идем. Я не знаю, как вот этого здорового, чтобы его быстро ушатать как-то, блин, прям вот махом. Подствольника ни хрена, может попробовать его поджечь, так а ему вообще насрать, что я его поджигаю. Абсолютно. Стоп, это вертолет. А нахрена я туда пошел, там же все закрыто. Так, у меня вопрос. Если я поставлю бомбу, куда мне убегать? В какую сторону убегать-то? Туда? Или сюда? Куда? Подожди, назад вроде, я не знаю, надо будет назад или нет? Мы попробуем туда, ладно, к вертолетной площадке. Мне нужно разместить их в правильном порядке. А! Так это еще и неправильный порядок. Так, я здесь же был. Чё я сюда пошел-то? То есть это будет что, последнее или что? То есть мне сейчас надо... Я так понимаю, сюда, что ли? В научном модуле. Научный модуль. Ну, вот научный модуль, ну назвали, блин. Откуда я знаю, где этот ваш научный модуль? Так, это подожди, как? Чтобы не шибануться. Потому что ну его нахрен. Хорошо, что хоть здесь все почистили. Что ты делаешь-то, дурень? Капец. Какого хрена он скользит постоянно? Так, здесь должна быть где-то аптечка. Хранилище. Но это не это. Не то. Гранаты.
Так, в правильном порядке. А тут трупы, смотри, еще не исчезли. Я, значит, неправильно пошел, что ли? Блять! Ёбаный в рот! Ублюдок! Сука! Да зарядись ты, упырь! Да ебрить, стреляй! Конь ты педальный! Какого ты черта со своим гребаным дробовиком не можешь справиться, падла? Да иди ты в задницу! Ебать, он дебил! На! Так, уходим. Куда ты полетела? Какой кошмар. Что-то есть? Есть. Да не багуйся, скотобаза. Фух, так, он меня вроде, я не знаю, он меня ударил или нет. Так, я сейчас все трупы обшарю, потому что я, может быть, не все тогда обшарил. Чё это? Нифига он кинул эту штуку неожиданно, я чуть не обосрался. Резко так, я думал, это на меня летит. Капец, вот ты дурак. Фух, так, хорошо, патроны к дробовику немного восполнил. Но, блин, какого черта он там не стрелял? Я зарядил этот... дробовик два раза зарядил, он потом перезарядился и еще раз перезарядился, а потом уже начал стрелять. И то, думаю, наверное, может, передумает. Это не дверь? Это не дверь. Ладно, вот, ну, сейчас классно сделали, да, сейчас вот это сейчас веселое время пошло, потому что везде бросают только здоровых ребят вот этих. И что хоть что и делать. Патроны, как их бить, не знаю. Патронов у меня не хватает. О, хоть такое, отлично, вообще шикарно. Так, еще патроны нужны, ко всему нужны патроны, давай обшаривай всех. Так, если... Ой, тихо, если он здесь был, значит я правильно пошел. А, так подожди, это сейчас вон туда ехать, там где этот упырь был. Там где вот этот мелкий бегал, скотина, то что забаговался под трубой. Уф. И сейчас здесь опять будет же здоровый, правильно? Потому что открытая территория. Да по-любому будет. Так, пойду по ходу. Ай, вспоминаю здесь, что где есть. Тут вот патроны к чему-то. О, для огнемета. А вроде тут больше ничего нет, так что мне, в принципе, ладно. Патроны к огнемету взял, нормально. Ты чё, живой? Так, тут у нас... Чё, будешь выбивать дверь? О, привет! А вот такого я как раз и не ожидал, нихера. Тьфу ты её. А я думал, здоровый. А чё ты тут делаешь? Я сейчас уже со здоровьем дерусь, чувак. Ты тут как-то не к месту. Так, патроны к какашке. Чё-то у меня их прям мало. Да они багуются ещё, блин. Что багуются, что вылетают просто как, я не знаю, вертолетная площадка. Хорошо, а подожди, мне нужно как-то назад будет возвращаться тогда. Чё, где здоровый? Такая, подожди, а куда мне идти-то? Тут закрыто. Эта чертова дверь застряла. Потому что там вертолет стоит, естественно. Хорошо, я тогда, получается, не туда пришел. А куда же мне тогда идти? То есть я зря с этим здоровым подрался сейчас? Так, а куда мне тогда? Подожди, если он сказал в правильном порядке, значит тогда куда идти? В какую сторону? Здорово. А ты что, бесконечный, что ли? Ты бесконечный? Так, какашки, ладно. Еще один? Что за дела, ребята? Вы какого здесь? Ничего нет. А, какой громкий звук вот этих ворот, которые открываются.
Так, хорошо, а... Блин, вспомни, где этот научный модуль или что там? Научный модуль, научный. Прям наука. Где наука происходит здесь у вас? Давайте еще одного здорового. Почему бы и нет? Как это ты ноги не сломал сейчас? Научный модуль. Научный модуль. Где научный модуль? Да. Дебилоид. Кто там свистит? Научный модуль. Хорошо, куда, если не это? Вот тут пока что нет. Тут нельзя. Научный модуль. Где научный модуль? То есть я не туда пошел, да? Я так понимаю, это последняя будет, потому что там вертолетная площадка. Научный модуль. Только где научный... А! Я ж туда еще не сходил. Ну да. Скорее всего, тогда мне на лифт. Вот сюда. Это жилой блок. И он закрыт. Эта чертова дверь застряла. Почему? Блин. А ведь придется побегать. Потому что сохраняшки-то не было. Зараза. И где этот научный модуль-то? Че, мне назад, что ли, идти? Какого я вообще хрена сюда поперся-то? Мне вообще не в эту сторону даже. Ну, я откуда знаю. Да, здесь, чтобы ее с первого раза пройти вот так вот, как нужно. Вообще не сюда. А куда тогда? То есть это я уже вообще возвращаюсь даже не тем путем, которым надо. Научный модуль. Научный модуль. Здесь, чтобы ее пройти нормально, быстро, то здесь нужно четко знать, где что находится. Потому что, ну, блин, без карты это просто очень сложно бегать, искать. Каждый раз... Ах ты, сука! Каждый раз искать одно и то же место по 10 раз как-то, блин, не знаю. Не очень прикольно. Ну... Есть медпункт, но медпункт мне не нужно, оружейное. То есть, блин, не знаю. Как-то вот это прям, если честно, отталкивает то, что тебе нужно по 10 раз бегать в одну и ту же комнату по нескольку тысяч раз. То есть, лифт? То есть мне не сюда, да, получается, пока что? Это у меня последний там детонатор. Там... А, вот. Или чё? А сколько детонаторов? 3 штуки. Беги. Ядрёна вошь. Вот это и все, да? Вот это я просто пробегал нахер. Просто я нахер пробегал, да? А мне нужно было просто всего-навсего там положить... сколько я времени потратил? Минут 15, наверное. Да? Минут 15 точно потратил. А мне нужно было просто всего налево посмотреть. Заблудить 3-й разряд на обозначенной точке в коридоре, ведущем к вертолетной площадке. Сука. О, блин. Вот как иногда плохо, когда нету... ну, как сказать, знаешь, когда ты стрим, например, ведешь, да? Стрим игры, то есть тебе могут в чате написать там-то, ты пробежал, беги назад. Все, ты развернулся, побежал, и ты не... А я дошел до вертолетной площадки, то есть мне даже не надо было туда идти. И петлярил назад, а теперь... А я иду назад опять. Ну, капец это какой-то. Вот мне написано, заложите 2-й взгляд на обозначенной точке в научном модуле. Какой-то научный модуль, это, блядь, вообще выход на улицу к какому-то мосту. Какой научный модуль? Я ищу научный модуль какой-то с мудаками этими, учеными. Не знаю.
Так а чё? Получается, я теперь всех зачистил, я молодец, теперь можно спокойно идти. Ну, надо на вертолетной... А как? Подожди, не понял. А эти двое еще не вылезли с лифта. Там те двое в капсулах. Я чё? Вообще, да? Не понял сейчас. Ну, на вертолетной площадке что-то должно случиться по-любому. Просто по-любому. Там открытое место, там что-то будет. В любом случае что-то будет. Или же нас собьют, и мы не улетим, потому что не может быть конец. Или же там что-то произойдет здоровое, масштабное, и будем все патроны тратить. О! Привет. Я тебя ждал. Ладно, давай сюда. На первый. Ну, ладненько тогда. Оставим на следующую серию. Никого? Ладно, никого. Да, давайте оставим на следующую серию, чтобы... Я не знаю, может быть сейчас конец уже будет, а может и нет, а может там еще... Но мне кажется, что еще не конец, так что... Ладно, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, комментируйте, всем до встречи в следующей серии, в этом гребаном крестике, короче. И все, всем пока!